никому не нужный блок. Я вышел со студии «Космос 2D», она теперь на Буковской обороне, вот сзади меня. Прикольная студия бюджетного сегмента, но с топовым аппаратом, так что там реально самые низкие ценники на репетиции сегодня в Питере. Забрал там вот такую палку. Это суперпалка, которую ребята делали сами. Она диодная, она светится, у нее есть пульт, управляется кучей всяких режимов. Короче, сейчас едем в Пулково, салон Mercedes-Benz, чтобы снять какую-то элитную машину при помощи вот этого замечательного света. Кое-кто тут уже вовсю бомбит контент. Во все. О, GoPro 9, ничего себе, я сам себя вижу. Вот это новая GoPro технология, я вижу себя. Хочешь кинуть мне гей-палочку? Приехали пофотать Мерседеса, тут уже зима началась. Что делать? Надо откопаться. А это чувак. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, мазафака, йоу-йоу-йоу-йоу. And the winner is... Залиска! Залиска. 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 Итак, это самый никому не нужный блок, да? Сейчас. Блядь, где? Куда? Мы приехали на нужный этаж. Да ладно, сейчас все узнаем. Мы награждаем победителя в конкурсе. В каком, блядь, конкурсе? Я не участвовал в конкурсе. Ладно, нет, я участвовал в конкурсе. Молодец! Итак, Гена, это вам на новоселье муравьиная ферма. Нет! Нет, я не готов принимать эту коробку. Я не буду этого делать. Нет! Здесь где-то? Бля, чувак, они сдохли, кажется. А попробуй пиво. Не-не, все с ними нормально. Замерз? Эй, парень, будешь жрать муравьев? Вот так у нас проходят розыгрыши. А теперь всем пока.